Всех приветствую, друзья! Всем доброго времени суток! Сфантазировал вот такой вот агрегат. Он предназначен для ровного нанесения клея. Дело в том, что сама плитка из натурального камня и не совсем ровная. И этот агрегат компенсирует все неровности. Итак, заготовим сразу подрезки. Далее попробуем нанести клей. Ну и после нанесения клея приступаем к укладке маленькой плитки из натурального камня. Хоть камень идет разной толщины, мы фиксируем его в одной плоскости. Зазор между плиткой составляет 4 мм. Я думаю, что с таким зазором камень будет смотреться круто. Далее собираем угол. Ну а резал я его вот таким вот примитивным способом. Тащить станок на такой маленький объем не совсем хочется. И здесь как раз таки выручил вот такой вот пылеотвод. Обзор я на него уже делал, ссылочку оставлю в описании видео. Ну а здесь у нас все идет по накатанной. Так, на первый день, думаю, хватит. На второй день мы делаем отверстие под резетки. Ну так, по крайней мере, намного удобнее. Ну и после того, как произвели все отверстия, приступаем к дальнейшей облицовке рабочей стенки.
После того, как поклали плитку, на следующий день приступаем к затирке. Затирать будем эпоксидной затиркой. Затирку замешиваем строго по инструкции. В моем случае 100 грамм затирки разбавляем на 3,5 грамма смолы, что для меня было необычным. Затирку тщательно перемешиваем. Ну и после того, как все готово, приступаем к затирке. Затирка начинает застывать через час, но замывать можно через полчаса. Формирование швов производим ровно через час после нанесения. Ну а на второй день мы специальной жидкостью удаляем создавшуюся пленку. Удаляем и полируем. Вот такая вот у нас получилась необычная рабочая стенка на кухне. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.